Добрый день, зрители, подписчики. Сегодня я пришел на место слива двух рек. Снимала здесь тоже года три назад, когда было наводнение. Слева от нас течет Дунай. Справа от нас течет Иллер. Ну, пойдемте посмотрим место слива этих речек. Рядом проходит железная дорога. Ну а если мы пойдем дальше прямо или поплывем, то доберемся до города Ульм. Я снимал здесь как-то, тут в общем остались остатки старой променады, немного бетона, но здесь все бросили и больше никто не стал ничего чинить, ремонтировать. Как было, так и осталось. Когда это произошло, неизвестно. Вот он, у нас паровозик Deutsche Bahn, немецкие железные дороги, поехал в сторону Лаупхайма. Идем. Вот такие места обычно называют местами силы. Место слива двух рек. И вот на это место я иду. Вот уже подхожу тут. Уточка заблудилась. Сегодня у нас тепло, градусов 17, несмотря на то, что сегодня 31 октября. Солнечно. Вода тихая. И вот как раз здесь она сливается. Красиво однозначно прийти сюда посмотреть. Видно, что валяются камни. Видно, что камни обработаны. Берега выложены тоже камнем. Это какие трудозатраты. По обеим сторонам идут велосипедные дорожки, так что кататься здесь можно столько, сколько не хочу. Ну вот солнце пошло на закат, часы у нас перевели. С Москвой у нас опять разница 2 часа со вчерашнего дня. Вот они, лежат камни с ровными поверхностями. Кто их обрабатывал, зачем, когда их сюда притащили, раскидали, тоже не ясно. Ну, пошел я заряжаться к моему дереву. Вот здесь вот сохранилось более-менее. Это были уложены плиты вдоль берега. Но со временем это все похерилось. И про это все забыли. Сейчас там чуть подальше покажу воронку. Вот этот бурелом всегда остается после того, как уровень в реке повышается. Его просто выкидывают на берег. Никто не убирает, так он остается лежать. Это каштан. Тут их целая аллея. Пойдем немного пройдемся. Посмотрим еще раз слив, где эти реки сходятся. Грузовые составы ходят. Повезли топливо для немецких гаубиц на Украину. Вот так вот здесь целая аллея этих каштанчиков. Утки летают над водой. Вообще осень в этом году удалась, не знаю почему. Может быть, скоро похолодает уже, выпадет снег. Ну, иногда в конце октября он здесь уже лежал. Но последние годы относительно тепло. Вот это дерево. Грибок какой-то облюбовал. Здесь вообще тоже очень интересно.
Вот он, один большой-большой долгожитель. Не знаю, сколько лет этому дереву. Похож на тополь. Ну, прилично, лет так под 80, наверное, точно. Ну, широкий внизу в обхвате. Вот дерево одно упало, слегло прям, как два ствола сходились, так оно и разошлось. Ну, вот этот вот экспонат самый у нас, конечно, интересный в этой посадке. Если мы посмотрим, вот как вот надо было закрутить вот это дерево. Посмотрите, вот только природа может так. Или еще кто. И следующие варианты тоже очень-очень похожи. Вот здесь вот была раньше тропинка, я тут как-то ковырялся, наткнулся на бетон. Старая променада. Но все похерили, все бросили. Уже никому ничего не надо. Вон там вот дачи наши местные. Кто-то здесь что-то сажает. И Бундесштрассе 311, дорога идет в сторону Эхинген на Швейцарию. Ну что, наверное, хватит на сегодня. Посмотрели. Вот подошел я к воронке. Если взглянуть. Ну так, чуть-чуть углубление есть, но радиус приличный. Глубина метра под 3 где-то. И в радиусе в районе 10. Что здесь могло грохнуться, как и когда, неизвестно. Ну, тайны за семью печатями, как обычно. Ну, вот такой вот очередной немецкий лес осенью 2022 года. Ну что, всем пока, удачи. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.